Друзья, привет! Пятую серию начинаем с такого красивого места. Сейчас увидите кадры из дрона. Здесь лично я определился, открываю вам карты. На втором поле будет солнечник. Все, он дороже. Мы сейчас едем туда на поле смотреть, можно ли сделать дисковку, потому что шел дождь и, скорее всего, нельзя ее сделать. Но раз мы уже приехали, то проверим. Я в той же самой кофте. Вы не думайте, что мы снимаем все одним днем. Мне просто реально нечего одеть. Вот эта кофта и зеленая подходит. Все, все остальное такое или парадное, или какое-то неподходящее. Поэтому сейчас мы садимся в машинку. Едем на поле, смотрим и думаем. Чу-чу-чу. Ставьте лайк. Спасибо, что смотрите. Я фермер. Друзья, наша рубрика «Перебивка». Украина обеспечила 88% поставок подсолнечного масла в Евросоюз с начала сезона, заняла первое место и экспортировала, чтобы вы понимали, 1,5 миллиона тонн подсолнечного масла. А это говорит о чем? О том, что я принял правильное решение засевать свои 6 гектаров подсолнухом. Тут надо сделать дисковочку. По предварительным, так сказать, данным, тут должно быть очень влажно, но я так не скажу, что здесь очень влажно, хоть неделю шли дожди. Ну, блин, сухая земля. Но дальше, да, дальше, конечно, мокрая. Лопатку ездили, искали по всему району, нигде нету. А то я поэтому должен копать все стернёй, блин. Ну да, тут глина жесткая, конечно. А ну да, если его сейчас дисковать, оно будет комочками, а потом высохнет, и все, и будет Стоунхендж. Что делаем? Да что делаем? Ничего, приехали, посмотрели. Надо ждать. Тут ждать, ждать там. Не знаю, сколько еще ждать. Надо в первую очередь сейчас будет закупиться. Закупить материальчик, посевмат. Доброго. ЗЗР. А тут, что можно сказать? Ставьте лайк, если я правильно. Вот покажи серый крупно, кстати, глину эту, понял? Чтоб люди видели, вот, вот так вот, вот так вот я делаю. И это только здесь, а нам надо сколько там? Больше 5 сантиметров его черпать. Чеш, Андрюха, а что если выкопать одну великую яму и засыпать туда все зерно и удобрить? Это будет как в видосах этого, блин, как он, Мамикс на ютубе. Который там 1 000 000 литров кока-колы смешивает с тонной ментоса, понял? Это будет то же самое, вырастет один большой подсолнух такой. Один большой качан или один подсолнух. Блин, Серый, вот это ты идею закинул классную. Реально, можно на YouTube все, типа, выращиваем один большой подсолнух. 150 метров, тупо 10 мешков. 2 тонны удобрения. Ой, бля, и удобно будет сдать его на элеватор, наверное. Зарубать его, там упадет рядом. Приедет не комбайн, а бригада этих лесорубов с таким... с бензопилами, чтобы его срезать. Короче, да, вообще, тут чем ниже, тем пластилиновая земля. Ну, вот это мне понравилось. Да, надо сейчас главное закупиться, чтобы все было готово, чтобы когда надо было сеять, я сразу чина и все. И чизес, да. И сразу это. Потому что, чтобы потом не бегать, не искать, все будет. Билиберда. Значит, ремарочка. Уже хотели уезжать. Вспомнили, что у нас есть топор вместо лопаты. Сейчас топором вырубаем, так сказать, землю, чтобы вы видели. О, смотри. Ну вот оно, да. Тут полный саундтрек, конечно. Рома говорил метод... севбы какой. Значит, берешь сверху вот так землю, зачерпываешь, делаешь вот эту пельмешек такой. Делал пельмешек, кидаешь. Если он не разлетается, вот как сейчас пельмени остаются, значит, еще рано сеять. Ну, это если я ничего не перепутал. Да, ну, вроде бы так. А если он рассыпается, то это хорошо. Как раз это, значит, стыгла земля.
И третий вариант – это то, что она вообще пересохшая и типа даже не сомнется у вас такой калачик. Я фермер. Ребята, кто там жалуется на цены в магазинах? Чтобы вы понимали, по данным globalproductprices.com, в Украине 12 яиц стоит $1.56. А в Швейцарии барабанная дробь на монтаже. В Швейцарии $6.53. А это означает, что 6.53 умножить на 28 равно 182 гривны стоит 12 яиц. Делим на 12 равно 15 гривен яйцо в Швейцарии. Алло! Я фермер. Привет, подписчики! Мы приехали наводить суету под нашу кукурузку дешевую. Нам сейчас надо определиться с дешевой химией. Я иду, чтобы мне подсказали. Наша цель — сэкономить и заработать. В общем, дальше нас не пускають. Будем ждать тут. Я фермер. Так, ну что, друзья? Прогуляли мы неделю, ждали, когда подсохнет, дожди все равно шли, работы никакие мы начать так и не можем. Прошли у нас майские праздники. Одну калину за вікном, одну родину за столом, одну снежину, щоб додому йшло сама. Ставьте лайк, если вы хорошо отметили так же, как и я. Друзья, мы на этом поле, на этом участке моем не случайно, потому что здесь мы проведем эксперимент. В Инстаграме я делал опрос, где 75% человек было за то, чтобы его провести. Вот скриншот. Брынь. Короче, его суть. Из 10 гектаров, 5 гектаров мы засеиваем дешевой кукурузой и льем под нее дешевую химию, дешевый страховой гербицид, точнее, послесходовый. Вот. А остальные 5 гектаров посеем дорогую кукурузу и внесем дорогой гербицид. Поскольку химию сейчас заказывать смысла нету, потому что надо будет смотреть, какие бурьяны, то есть пока что мы не знаем, какая это будет химия, знаем, что будет кукуруза по цене мешка там где-то 1600 гривен. И это я сэкономлю так, ну, прилично на 5 гектарах. Может, дешевле просто лупашить дешевую кукурузу и зарабатывать деньги, а не вкидываться сразу в дорогую. В общем, это, я думаю, будет интересно. Ставьте лайк за такую нашу идею. И пока у нас нету посева, мы там не можем на том участке сделать дисковку, тут не можем посеяться, еще, наверное, неделю не сможем, потому что дальше обещают еще дожди. Я решил на сэкономленные деньги от этой кукурузы сделать вам подарок. В чем суть? Вы пишите в комментариях. Сегодня у нас 4 мая, на часах почти 3 часа дня. Напишите в комментариях дату и время посева, как вы думаете, в какой день и в какое время я на этом поле начну посев. Пишите там по принципу, допустим, 7 мая, там 14.00. Кто будет ближе всех к правильной цифре, я подарю бутылку хорошего вискаря, друзья. Значит, смотрите, еще какой нюанс. Там было много разговоров, в том числе спровоцированных мною, о том, что закрытие влаги на этом участке обошлось мне якобы там дорого, что я переплатил. 350 гривен, напомню, за гектар я заплатил за закрытие влаги здесь, на этом участке. Но стоит сказать и сакцентировать внимание на том, что человек закрывал мне влагу, это цена с солярой. То есть это не просто работа, а это цена, которая включает в себя дизельное палево. А вы учтите, что трактор надо еще сюда пригнать из Лебедина, здесь поработать и вернуть его назад. Поэтому такой маленький нюанс, на котором хотелось бы тоже остановиться, чтобы вы не думали, и там как бы репутация человека, который мне помогает, тоже не страдала. Не думайте, что мы ничего не делаем. Мы ждем, и это ожидание меня утомляет. Я переживаю, там погода, то, все, хочется уже, знаете, посеяться и спокойненько приезжать на поля, смотреть, что растет. А этого не происходит. Ну ничего, будем ждать посева. Мне сказали, что спешить мне никуда не надо, потому что главное — погода, какая будет и обстановка на полях, а не какая это будет дата в календаре. Потому что вот уже, как я уже сказал, 4 мая. Ну, тут по району у многих стоит техника, никто ничего не делает. Не страшно. Пишите комментарии, прогнозируйте дату моего посева, выигрывайте вискарик. Мы увидимся в следующих сериях. Это была коротенькая серия про то, какие у нас промежуточные дела. А мы погнали и вернемся сюда, я думаю, очень скоро. Фермер.
С вот этим? Да. Та это же на празднике был на даче с друзьями. Короче, меня закрыли на балконе на втором этаже на даче. И ушли рыбу ловить ночью. А я спрыгнул со второго этажа и чуть-чуть порезался вот тут внутри. Там мы вот это когда звук сводили, когда я хлопал. Я так нахлопался, что он разболелся. Ну ничего. Заживет. До свадьбы заживет. До свадьбы у меня все заживет.